Всем привет! Мы сегодня постараемся создать вот такой вот рассвет в Африке. Для этого мы будем использовать приложенные ниже кисти штампы, также свотчи цветов. Вы можете использовать все свое, но для удобства я все приложила внизу. Начнем. Нажимаем на плюсик. Новый холст. Создаем размеры 2500 на 1500. Создать. Берем четвертый цвет и заливаем весь холст. Потом мы берем второй цвет. Даем новый слой, идем к кисти, аэрограф, мягкая кисть. Устанавливаем размер где-то 7 и непрозрачность 60-50. И прорисуем нижнюю часть экрана. Вот таким образом. Потом идем размытие по гауссу, слои и немножко размываем. Где-то 5%. Возвращаемся в слой 1. Над ним создаем третий слой. Берем шестой цвет из палитры. Мягкую кисть оставляем, только размерчик чуть-чуть увеличим, где-то до 14. Непрозрачность ставим где-то на 30-40. Рисуем теперь от солнышка такие следы. Тоже идем размытие по гауссу, слои. И размываем где-то до 20%. Возвращаемся на слой 3. Настройки кисточки оставляем те же самые. Сверху чуть побольше наносим, чтобы солнышко у нас так не просвечивало. Отлично. Теперь идем. Создаем слой 4 над слоем 3. Берем пятый цвет. И тоже немножко сверху прорисовываем вот так вот границу. И идем размываем. Размытие по гауссу слои. Создаем градиенты по чуть-чуть. Где-то на 7%. Теперь мы создаем солнышко. Идем на верхний слой. Берем шестой цвет. И кисточки идем. Каллиграфия. Монолиния. И рисуем солнышко. Удерживаем руку. Править фигуру круг. Заливаем. Перетаскивая цвет. Заходим в палитру. Берем самый светлый цвет, желтого, создаем новый слой, рисуем круг внутри первого, править круг и заливаем. Переобъединяем эти два слоя, идем размытие по гауссу, слои и размываем. Так, в принципе, достаточно до 15. Создаем еще один новый слой, вставляем светлый цвет, монолинию и рисуем еще один круг и на нем вот такое солнышко. И его уже размываем совсем чуть-чуть, идем опять размытие по гауссу, слои. Так, чуть-чуть края размываем. Все, у нас получилось такое красивое солнышко. Теперь идем в слои, создаем новый слой, седьмой. И берем самый темный цвет. И кисточки. Приложим снизу, у меня были кисти штампы. И выбираем вот это вот дерево. Поставили штамп. Идем размытие по гауссу, слои. И немножко размываем наше дерево. Отличненько. Создаем новый слой. Берем штампик жирафов. И прорисуем здесь семью жирафов. Создаем еще один новый слой. Идем к кисточке птиц. Вот берем Birds 2. И вот так вот прорисовываем птичек. Также можно точечно добавить по одной птичечке. Вот так вот. И теперь нам нужно добавить немножко травы. Берем кисель, которая приложена, или выбираем свою. Трава. Берем цвет третий. Создаем новый слой. Размер где-то кисти устанавливаем 4. И прорисовываем вот так вот в ряд того. Можем добавить другого цвета травки. Коричневую, допустим, сверху. Затемнить в некоторых местах. Теперь идем в слои. Над вторым слоем создаем новый слой. Прорисовываем траву на заднем фоне, такой потемнее уже. Можно даже размер чуть-чуть увеличить, где-то до 5. И туда чуть-чуть добавить вот красненькой нашей травы. Играйте размерами кисточек, чтобы это смотрелось так естественно. Добавляем еще слой. Кисточки у вас там еще были приложены, кисти деревьев. Вот я бы на фоне еще сзади нарисовала пару деревьев. Следующим этапом нам нужно добавить облака. Над слоем с деревьями, под солнцем, создаем новый слой, идем загруженные кисточки, облака. Выбираем цвет кисточки. Давайте желтый возьмем. Играем размерами, как хотелось бы нам, и создаем облака, как можно более естественные. В самом Procreate тоже есть элементы и облака.
Вот можно взять эту кисточку, она чуть-чуть другая. Тоже прорисовать немножко сверху. Можно взять совсем светлый. Желтый. Убрать непрозрачность где-то до 20 и сверху еще пройтись, наслаивая. Ну, как-то так. Меня, в принципе, устраивает такое количество облаков. По углам можно чуть побольше, допустим, кисть размера сделать побольше и пройтись чуть больше по углам изображения. Идем в освещенность, туманность. Совсем светлая кисть, новый слой. Размер где-то 15 ставим. Непрозрачность тоже убираем. Пытаемся создать тумана немножечко, чтобы это смотрелось естественно. Вдалеке немножко туманность такого. Размытие по гауссу и тоже чуть-чуть размыть. Мне кажется, так лучше станет чуть-чуть. Ну вот, вот такое у нас изображение получилось. Я надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал. Буду стараться каждую неделю выкладывать новые уроки. Всем спасибо. До свидания.